На сцену родного театра Иван Прокофьевич без труда может подняться с закрытыми глазами. За почти 50 лет работы в мире кукол заслуженный артист сыграл более 200 ролей, а фотоактера в сценическом костюме барона Мюнхгаузена украшает холл Брестского театра кукол. Природный талант к актерскому мастерству превратил Ивана Герасевича из тракториста в любимца зрителей и поклонников волшебного мира кукол. А история Ивана Прокофьевича как артиста началась с простого объявления. Как-то иду с работы по улице Ленина, и вот напротив драмтеатра, еще стоит старое здание, это 65-й год. Вот, иду, смотрю, висит объявление. Требуются актеры-кукловоды в кукольную группу при драмтеатре. Думаю, пойти попробовать, может быть. С тех пор без Ивана Прокофьевича не обходится практически ни один спектакль. За время существования театра обладатель почетной награды побывал во многих странах мира, где снискал большую любовь и признание со стороны зрителей. К каждой новой роли артист-кукольник относится с особым трепетом, проживая ее на сцене. Любовь к неповторимой магии театра делает Ивана Прокофьевича надежным партнером и настоящим знатоком своего дела. Он приходит в театр жить на сцене, решать проблемы свои, образа всех, он все это решает на сцене, он здесь живет. Для него это воздух, для него это жизнь. Есть у артистов такое понятие чувство локтя. Это вот Прокофьевич, оно ярко выражено. Он поможет, подскажет. И молодых, как я уже говорил, наставник молодежи, и учит молодежь. И Прокофьевич – это тот случай, когда количество, годы работы в театре перешли в качество. Куклы – его верные соратники по сцене. Недушевленные персонажи знакомых сказок и пьес словно оживают в руках маэстро. Звери и люди из папье Маше разговаривают и хлопают в ладоши, плачут и смеются, благодаря тому, что Иван Прокофьевич становится с куклой одним целым, заставляя юных зрителей замирать от восторга. Чтобы ты передал свою душу куклу, когда в драмтеатре выходит актер, он в живом плане, он, как говорится, и мимикой, и жестами, и глазами, а кукла, она же мертвая. Хотя есть куклы, которые работают и глаза, и ротики, и мимирующие куклы, но это не во всех спектаклях. И вот это должен ты передать, вот эту свою душу, свои эмоции на эту куклу. Сегодня Иван Герасевич, заслуженный артист Беларуси, обладатель медали Франциска Скорины, играет в новой комедии «Самозванец». Без сомнения, ему предстоит перевоплотиться в героев еще ни одной театральной постановки и взять в руки ни одну куклу. И, конечно, выслушать море оваций и криков «Браво» несчетное количество раз.